Привет, это канал IT User Help. В этом коротком видео я покажу, как удалить пунктирную рамку вокруг ярлыка в системе Windows. Бывает такая ситуация случается, когда вокруг ярлыков на рабочем столе появляются пунктирные рамки. Вот такие вот. Это не следствие того, что вы подцепили вирус, а некоторое сбой или загрязнение проводника. То есть смысл сводится к тому, чтобы перезагрузить наш проводник Explorer, родной файл менеджер Windows. Сделать это можно, в принципе, несколькими способами. Через диспетчер задач, к примеру. Либо можно сделать себе на рабочий стол BAT файл для перезапуска проводника. Для этого нам нужно скопировать вот такой текст. Я прикреплю его к видео. В описании будет. Сверьте, чтобы все символы были так же, как в описании. Скопировали. Далее нам нужно создать новый текстовый документ. Вставить. Но сохранить его с разрешением BAT. То есть это можно сделать, просто поменяв расширение. Да, хотим. Все, у нас получился BAT файл, который будет по запуску будет перезапускать наш проводник. Все, нажали. Проводник перезагрузился. Если проблема с такой рамкой у вас появилось, то запуск этого BAT файла решит проблему. Можно его переименовать соответствующим образом. Можно сохранить где-нибудь либо в папке, либо на рабочем столе в удобном месте. И в случае необходимости запускать. На этом все. Спасибо.